Сегодня столица Чувашии в третий раз приняла участников особенного фестиваля для особенного зрителя. Официальное открытие третьего международного фестиваля «Одинаковыми быть нам не обязательно» состоялось в стенах Чувашского государственного театра кукол. В рамках нынешнего фестиваля уже состоялась пресс-конференция, запланированы семинары, практикумы и творческие мастерские. Главные задачи организаторы видят создание благоприятной среды для особенных детей. Открытый мир, милосердное общество – вот чего порой не хватает им. Сегодня в обществе самая большая проблема на планете, что люди, даже слушая друг друга, не слышат. Слышат и слушать – это разные вещи. Это складывается о взаимоотношении, понимании других людей, с другим менталитетом. А особенно важно понимать людей, которые с ограниченными теми или иными возможностями, и не только понимать, но адаптировать их в ту среду, в которой ты сам находишься.